А теперь о происшествиях. Дороги продолжают забирать жизни. С начала июня на территории нашего района произошло сразу несколько серьезных ДТП. Одно из последних случилось в минувшие выходные. Авария произошла 10 июня на объездной дороге станицы Анастасиевской. Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry. В обеих машинах находилось по 4 человека. В результате сильнейшего удара машины превратились в груду искореженного металла. Водитель Форда и пассажирка погибли на месте. Остальные шестеро, среди которых были дети, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Toyota Camry, в которой находилось 4 человека, из них двое детей 2009-2011 года, направлялись в сторону Темрюка, и автомобиль Ford, в котором также находились 4 человека, ехали со стороны Темрюка в сторону города Краснодара. Выехал Ford на встречную полосу, допустил столкновение, в результате 2 человека погибло, водитель автомобиля Ford и пассажирка 96 года. Все остальные доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в реанимации. Водитель Toyota Camry и пассажир автомобиля Ford. С начала июня на территории Славянского района произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 10 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. Особенно сейчас, в период летних отпусков и поездок на море, когда транспортный поток увеличивается в несколько раз. Садясь за руль, вспоминайте поговорку «Тише едешь, дальше будешь». Она сейчас актуальна, как никогда. Анна Монастыренко, Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».